Глава 11 книги Неемии. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах иудеи жили всякие в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты, нефинеи и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды Афайя, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилиила и сыновей Фареса. И Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шелонья. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешшулама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, а за ним Габбай, Саллай, 928. Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников Иедаия, сын Иоиарива, Иоахии, Сераия, сын Хелкии, сын Мешшулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822, и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242, и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима, а из левитов — Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунья, и Шаффая, и Иезавад из глав левитов по внешним делам Дома Божия. И Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна, всех левитов во святом городе 284. А привратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Офеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашафии, сын Матфании, сын Михи и сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем, потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его, в Иешуе, в Моладе и в Бев-Палете, в Хацер-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах, в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Эн-Риммоне, в Цоре и в Иермуфе, в Зануахе, Одоламе и селах их, в Лахисе и на полях его, Азеки и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии до долины Енномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле
и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гиффаиме, Хадиде, Цевоиме, Невал-Лате, Лоде, Оно, в долине Харашиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.